Многобожие сегодня зашло в наши дома. Сегодня оно соприкасается вплотную с умами наших детей, которые еще не подросли, еще не окрепли. Оно соприкасается с умами наших братьев и сестер. Оно зашло через телевидение, через YouTube, через гаджеты. Вне всякого сомнения, в этом всем, в технологиях есть очень много блага, но также есть и определенное зло. И мы, как более старшие, как более опытные, как родители, как старшие братья, как сыновья, должны давать наставления своим женам, своим детям, даже своим родителям. Не смотрите, что родители выше вас, или что вам неудобно сделать наставление. Вы же не хотите, чтобы ваш отец или ваша мать попали в ад навечно. Поэтому не стесняйтесь. Найдите нужные слова, найдите нужный подход, найдите нужную атмосферу, пригласите куда-то в ресторан, в кафе, угостите чем-то. И в момент разговора объясните, если ваш отец, ваша мать, ваши дети в чем-то ошибаются и, не дай Аллах, совершают многобожие, обратите их внимание, что Аллах сказал: «Инна Аллаха ла ягфиру айюшрака бихи ва ягфиру мадуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает, когда поклоняются еще кому-то помимо Него, но прощает все, что меньше этого, или все остальное, кому пожелает. Дорогие братья, ни в коем случае в этом аяте не идет речь о том, что можно совершать все остальные грехи. Нет. Но здесь идет речь о опасности многобожия. Если человек умрет, не покаявшись от многобожия, то Аллах никогда ему не простит. Это его обещание. Но если человек будет делать любой другой грех, помимо многобожия, и умрет, не покаявшись от него, то Всевышний Аллах, может быть, и простит этого человека. А может быть, накажет какое-то время в аду, но не вечно, как многобожника. Поэтому, дорогие братья, у язычества, у многобожия есть три отличительные черты. Первое. Человек, который совершает многобожие, он выходит из ислама собственными действиями, убеждениями либо же словами. Он перестает быть мусульманином. Второе. Все его добрые деяния, они стираются, как об этом говорится в Коране. И третье. Если он умрет, не покаявшись от этого многобожия, он навечно будет в огне. Какой грех более великий, чем этот грех?